Всем доброго здравия! Снимаю вам видеофильм показать, где места любимые для произрастания первых весенних грибов, сморчков. Сейчас очередной поход у нас в лес, и вот он мой уже собранный урожай. Я немножечко вам расскажу, как они, где любят произрастать. Это должен быть смешанный лес, в частности, здесь береза, осина и немножечко сосны, такой опушка бора. И как раз на опушке вот это место, где растут сморчки. Вот я показываю семейку. Они пробиваются через опавшую листву. То есть она сплошным ковром под березой лежит, и травы на ней почти нет. А гриб прям прорастает через эту самую листву. Вон еще один пробивается сморчок. В отдалении еще. То есть должна быть вот такая вот подстилочка. Вот в таких местах они встречаются редко. Рядышком вот здесь вот место. Вон валянка с травой. То есть там почти нет. Нужно искать такие места, как бы голые, без травы, где их, во-первых, заметно хорошо, и они любят эти еще не просохшие места. Вот такой вот замечательный гриб. Он очень ценный гриб. Его можно есть без предварительной даже отваривания, обработки, потому что там сморчки и сморчковой шапочки нет ядовитых веществ. Говорили, гельвеновая кислота, нужно отваривать. Не нужно, прям помыли и потом в отвар. Потому что самое ценное — это отвар. Вот такая вот у нас грибная охота. Вообще он дорогой гриб. Спасибо всем за внимание.